Вначале я хотел бы, чтобы мы обратились к тексту, записанному в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, стих 23. И вот что касается этого текста, я хотел бы, чтобы мы отметили несколько моментов. И в первую очередь отметить надо то, о чем идет речь в этом тексте. Какова основная тема первого послания к Фессалоникийцам 5:23? Пытается ли здесь Павел раскрыть нам теорию устройства природы человека и из скольких частей она состоит? Или же он преследует иную цель? Как вы думаете? Павел говорит о человеке целиком, во всей полноте. Хорошо, но вот когда он говорит о человеке целиком, во всей полноте, что он говорит об устройстве природы человека? Пытается ли он учить о том, что вот каждая из этих составных частей представляет собой отдельную сущность? Извините, можно еще раз? Он говорит об освящении всего человека. Да, о полном освящении, правильно? И тема этого стиха такова. Павел не преследует цель в конце своего послания, в нескольких стихах, попытаться раскрыть устройство природы человека, ответить на вопрос об устройстве человека с онтологической точки зрения. Вместо этого Павел в конце своего послания стремится написать о необходимости освящения и призвать к этому верующих. Если говорить более конкретно, Павел пишет: «Я молюсь, чтобы Бог освятил вас во всей полноте». Другими словами, я молюсь о том, чтобы весь человек был освящен. И вот здесь можно вспомнить о тех, кто утверждает о том, что верной теорией устройства человека является как раз реляционный холизм. И вот сторонники реляционного холизма как раз скажут: вот посмотрите, что делают трихотомисты. Так нельзя. Ведь трихотомисты рассматривают этот текст, как будто он учит об аналитическом устройстве природы человека, или в нем делаются онтологические выводы, когда на самом деле Павел ведет речь совершенно об ином. Он показывает здесь свое желание видеть верующих в церкви, в Фессалониках, полностью освященными. И в этом стихе ничего не говорится о том, из скольких частей состоит природа человека. Итак, это первый пункт. Второй пункт. Что еще можно сказать по этому тексту? Вот трихотомисты призывают обратить особое внимание на слово, я его стер с доски, которая используется в этом стихе «халаклерон», которая переводится «во всей полноте». И они говорят: вот посмотрите, это слово в тексте стоит до перечисления «дух, душа и тело». А это, как им представляется, означает, что Павел далее перечисляет отдельные части природы человека, каждая из которых должна быть, в свою очередь, освящена. Что ж, в действительности, написание слова «халеклерон» до перечисления, до упоминания о духе, душе и теле, еще ничего не доказывает. Ударение здесь делается на целостности, на полноте, но не обязательно в каждой из частей. Вот если бы Павел действительно хотел написать о том, чтобы верующие были освящены во всей полноте в каждой из этих частей, то
что он бы написал этот стих иначе, по-другому. В этом случае он должен был бы написать слово «халеклерон» перед каждым существительным. Он бы написал «халеклерон» — «нюма», «кай» — «халеклерон» — «псухе», «кай» — «халеклерон» — «сома». Но ничего подобного в греческом тексте мы не находим, а также нет ничего подобного и в английском переводе. Это слово употребляется один раз и стоит в начале перечня. Поэтому у нас очень мало оснований для того, чтобы утверждать, что вот это слово указывает на идею о том, что каждая часть должна быть освящена во всей полноте. Скорее, Павел просто пишет о том, что он надеется, что они будут освящены целиком, и не пытается писать о том, из скольких частей состоит природа человека. Что ж, есть еще и третий пункт. Вот давайте предположим, что Павел мог написать о том, что он надеется, что они будут освящены в каждой из составных частей их природы. И затем он приводит три существительных. И на греческом языке такое сказать возможно. Есть такое греческое слово «халамерес». «Во всех ваших частях». Поэтому Павел мог бы написать: «Я молюсь о том, чтобы Дух Святой осветил вас полностью во всех ваших частях». И затем бы конкретизировал, что это за части: тело, душа и дух. Или дух, душа и тело. Вот если бы Павел так написал, то было бы совершенно очевидно, что он воспринимает каждую отдельную часть, дух, душу и тело, как составную часть человеческой природы, и он хочет, чтобы верующие в Фессалониках были освящены полностью в каждой этой составной части. Что ж, вы можете сказать: «Ну хорошо, это все понятно, но тем не менее, разве не правы трихотомисты в том, что действительно есть грамматическое правило, когда существительные перечисляются, и между ними стоит греческое слово «кай», или глаголы перечисляются, и между ними стоит слово «кай», то эти существительные или глаголы означают отдельные сущности? Да, звучит это неплохо. Но я бы все-таки предположил, что не самое мудрое решение прибегать к этому правилу грамматики в этом случае. Потому что в этом случае мы должны будем признать, что у нас есть большой перечень того, из чего состоит природа человека. Причем все эти составные части перечисляются, и между ними стоит слово «кай». Поэтому, если идти по этому пути, то мы неминуемо должны прийти к представлению, что природа человека состоит не из трех, а из большего количества частей. Вот давайте посмотрим Евангелие от Луки, 10 главу, стих 27. Здесь мы читаем следующее, с 25 стиха. «И вот один законник встал, искушая его, сказал: Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус же сказал ему: В законе что написано? Как читаешь? И законник, который задавал Иисусу вопрос, ответил: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя. Что ж, здесь мы видим такую же грамматическую конструкцию. Перечисляются
четыре сущности: сердце, душа, разум и крепость. И получается у нас, что человек состоит из четырех составных частей. И что интересно, тут даже не включаются физические компоненты природы человека. Поэтому, прежде чем вы заявите о том, что каждый раз, когда в Писании встречается перечисление союзом Кай, речь идет о независимых сущностях, вот всякий раз, прежде чем об этом заявить, необходимо понимать и задать себе вопрос, а действительно ли мы уверены, что это так? Ведь если это так, то тогда, если связать написанное в Евангелии от Луки 10:27 и написанное в Евангелии от Матфея в 22 главе, 37 стихе, ведь в этих стихах мы видим одинаковую конструкцию греческого языка. Вот посмотрите, что Иисус говорит в Евангелии от Матфея. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим». Сия есть первая и наибольшая заповедь. И вот если связать Матфея 22:37 и Марка 12:30, и в Евангелии от Марка мы находим точно такую же конструкцию. И в Евангелии от Марка мы читаем: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоей, и всей крепостью твоею». И вот если связать все эти три текста с текстом, записанным в послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, 23 стихе. И вы можете спросить, но почему мы связываем эти тексты вместе? Да потому что в них одинаковая грамматическая конструкция. Так вот, если связать эти тексты вместе, то в итоге мы получим, что природа человека состоит из шести различных составляющих. И поэтому, если эта грамматическая конструкция требует, чтобы мы понимали, что речь идет о различных сущностях, и каждое отдельное слово подразумевает отдельную составляющую, каждое слово после союза «кай», то тогда, если сопоставить все вместе, то получается, все это, что я сейчас пишу на доске, это отдельные составные части природы человека. Псухе — это душа, кардия — это сердце, исхис — это крепость, дианоя — это разум, сома — это тело, и нума — это дух. И вы понимаете, класс, что это уже не трихотомия, это полихотомия. Но никто не считает, что каждое из перечисленных здесь слов означает отдельную сущность в природе человека, что природа человека состоит из этих отдельных составляющих. И что же это доказывает? А доказывает это следующее. Если мы видим конструкцию греческого языка, когда несколько существительных перечисляются, и между ними стоит союз «кай», то это еще не означает, что речь идет об отдельных независимых сущностях. А ведь такой подход лежит в основе аргумента, утверждающего, что в первом послании Фессалоникийцам 5:23 речь идет о трихотомии. И мы с вами показали, что если основываться на этом грамматическом правиле, если считать его истинным и подтверждающим точку зрения трихотомистов, то тогда необходимо отказаться от трихотомии и придерживаться полихотомии. И получается именно так. Особенно если мы примем во внимание, что некоторые из этих слов, как, скажем, «кардия», могут указывать как на физический орган в теле человека,
или могут указывать на место сосредоточения эмоций. И к чему я это все веду? А веду это к тому, что текст, записанный в первом послании Фессалоникийцам 5:23, не доказывает правильность трихотомической позиции. Потому что если трихотомисты правы по поводу грамматической конструкции, то тогда неминуемо мы приходим ко взгляду о том, что природа человека состоит из большего количества составляющих частей, чем три. Но а как же быть с Евреем 4:12? Что ж, этот текст достаточно интересный, и есть несколько моментов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Когда я записал вот это все на доске для вас, то я думаю, вот это все могло навести вас на определенную мысль. Вы понимаете, что речь идет о душе и духе, и составов и мозгов. И мы с вами говорили, в чем заключается аргумент трихотомистов. Они говорят, что посмотрите, первая пара, и очевидно, что здесь перечисление в парах, вот первая пара — душа и дух. Это две составляющих природы человека. И дальше есть еще одна пара — это составы и мозги. И эта пара подразумевает одну материальную сущность природы человека. Все это может казаться вам немного сомнительным. И, во всяком случае, я надеюсь, что вам так кажется, потому что если вы рассмотрите вторую пару, якобы указывающую на одну сущность, но на разные части тела, то тогда почему первая пара не может указывать на одну сущность, причем на нематериальную сущность человека? И представляется, что если мы пойдем путем, которым идут трихотомисты в отношении этого текста, то тогда мы должны считать, что природа человека состоит из четырех составных частей. Это душа, дух, составы и мозги. И более того, стих продолжается, и дальше речь идет о намерениях и помышлениях сердечных. И я думаю, что никто из нас не будет заявлять о том, что намерение и помышление сердечное — это разные составляющие природы человека. Но, я думаю, можно добавить еще кое-что, а именно, что этот стих не говорит о разделении души и духа так, как мы с вами нарисовали это на доске. И класс, позвольте мне задать вам вот такой вопрос. Вспомните о том, какова основная мысль Евреям 4:12. В этом стихе идет речь о огромной силе Слова Божьего. И если этот текст показывает нам, какая сила заключена в Божьем Слове, что эта сила настолько огромна, что она способна разделить дух от души. И вопрос вот в чем. В чем ценность этого действия? Я имею в виду, какова духовная польза от этого действия? И очевидно, что никакая. Во всяком случае, так представляется мне, и я думаю, что и вам. И если бы автор этого текста хотел донести истину, которую мы изобразили здесь на доске, то, скорее всего, он использовал бы греческое слово «метаксию». Позвольте мне написать это слово на доске. Вот это слово следовало написать после слова «обоюдоострый меч», потому что «метаксо» означает «между». И стих бы звучал так. «Слово Божие острее всякого меча обоюдоострого, которое разделяет между душой и духом». Тогда бы стих больше соответствовал тому, о чем говорят трихотомисты. Но в этом стихе нет такого слова.
И речь не идет о разделении между двумя разными сущностями. Более того, конструкция греческого языка в этом стихе подразумевает, что речь не идет о разделении души от духа или о разделении между составами и мозгами, или о разделении между намерениями и помышлениями. И вы понимаете, что отделить намерение от помышления очень сложно, потому что намерение — это тоже помышление, так? Поэтому не совсем ясно, как можно это отделить. Но тогда о чем же этот стих? И чтобы понять, о чем этот стих, необходимо осознать, что каждое из этих существительных стоит в родительном падеже. Вы можете возразить, ну и что ж в этом такого? Позвольте мне объяснить. Генитив здесь объективный. И что же это означает? Означает это то, что согласно этого текста, речь идет не об отделении или разделении души от духа, а речь идет о разделении в самой душе. Другими словами, Слово Божие настолько могущественно, настолько проникающее, что оно может проникнуть внутрь души, оно может проникнуть до самых глубин духа. Именно к такому выводу необходимо прийти, если помнить о том, что здесь объективный генитив. А это означает то, что глагол «разделять», глагол подразумевает действие над объектом, который стоит в родительном падеже, и это как раз душа и дух, составы и мозги. А если в этом какая-то духовная ценность, несомненно, какая же? И помните, о чем идет речь в этом контексте, а речь идет о силе Слова Божьего, что оно живо и действенно, и что оно проникает, что в свою очередь означает, и я думаю, вы со мной согласитесь, что это слово способно производить некие хирургические операции в нас, производить необходимые изменения. И как же это происходит? Но все становится понятней, если мы осознаем, что речь идет о проникновении в глубины души, в глубины духа и так далее, и далее, а не о разделении между душой и духом. И как мы уже показали, здесь речь не идет о разделении между душой и духом. Но что же означает проникнуть до глубин души или проникнуть до глубин духа, до глубинных помышлений и намерений? Разве вам не становится ясно, то, кем вы являетесь на самом деле, то, кем я являюсь на самом деле? Слово Божие проникает до глубин нашей сущности, в самые закрытые уголки моей природы и обнаруживает, искренен ли я или притворяюсь, дает понять, действительно ли я следую за Христом или мне необходимо что-то изменить, чтобы вернуться на правильный путь. Потому что если все оставить на мое усмотрение, если только лишь я буду выяснять, насколько я искренен, то я найду множество объяснений, множество рациональных оправданий и смогу скрыть то, что находится в глубине моей сущности. Но Слово Божие может проникнуть в самые-самые глубины. Оно способно сорвать все маски, способно показать действительность, когда там, в глубине,
что-то не так. Слово Божие способно проникнуть до глубин вашей сущности, до глубин моей сущности, и прежде всего потому, что это Божье Слово. И во-вторых, потому, что так как это Божье Слово, оно обладает Божьей властью, Божьей силой. А мы понимаем, что Бог знает все наши намерения и помышления сердечные. Ведь как Он может не знать? Он же всеведущий. И стих, записанный в Евреям 4:12, говорит нам о том, что Слово Его способно проникать до глубин нашей сущности. И первый вывод, который мы можем сделать, это вывод о том, что Евреям 4:12 ничего не говорят о составляющих природы человека, о том, сколько этих составляющих. В этом стихе идет речь о том, что Слово Божие способно проникнуть до глубин нашей сущности. И если вы спросите, ну хорошо, но можно ли сделать какое-либо метафизическое заключение на основе этого стиха? Что ж, я отвечу, что нельзя сделать такого заявления, которое помогло бы нам разобраться, кто же прав, дихотомист или трихотомист. И то, как трихотомист трактует этот стих, далеко от истины. Поэтому мы не можем придерживаться трихотомии на основании этого текста. И поймите меня правильно. Вы можете сказать, ну что ж, тогда Евреям 4:12 доказывает правильность дихотомии. Нет, конечно, нет. Этот стих не может использоваться в качестве аргумента в защиту любой позиции относительно онтологического устройства природы человека. Потому что этот текст говорит о силе Божьего Слова, о том, что оно способно проникать до глубин нашего бытия. Это применимо не только к нам, но и к неверующим. От Слова Божьего не укрыться никому. Оно показывает, каковы мы есть на самом деле. Писание способно вскрыть все то, что кажется сокрытым. Да, пожалуйста. Я думаю, что если вы рассмотрите этот стих в контексте, то вы увидите, что автор имеет здесь в виду. Как мне кажется, автор беспокоил тот факт, что были те, кто называли себя христианами, но жили по-своему, не позволяли Богу руководить своими жизнями. Они не были всецело посвящены следованию за Богом. И получается почти то же, что мы читаем в Евангелии от Луки 10:37. Эти стихи созвучны. То есть я хочу сказать о том, что контекст нашего текста, Евреям 4:12, помогает нам понять, о чем здесь речь, а именно о полном посвящении Богу. Что ж, я думаю, вы абсолютно правы. Действительно, когда мы рассматриваем этот текст Писания в контексте, то становится очевидно, что в нем не делается никаких онтологических заявлений. И уж точно этот текст не поддерживает позицию трихотомистов. Но вот, класс, посмотрите, вот мы разобрали с вами первые два стиха. Я думаю, вы теперь понимаете, что те христиане, которые придерживаются позиции реляционного холизма, с трудом выносят, когда кто-то указывает на эти тексты и утверждает, что они несут онтологическое значение. Потому что на самом деле это не так. Но проблема в том, что реляционные холисты выплескивают воду вместе с ребенком. Да, действительно, эти тексты не доказывают какую-либо позицию относительно онтологического устройства природы человека. Но отбрасывая их, мы должны быть уверены, что мы не выбрасываем вместе с водой ребенка, а именно возможность, что Писание может что-то говорить. В других местах я показывал вам эти тексты, но все равно мы должны признать, если мы основываемся только лишь на Писании, то мы не так уж и много можем сказать по поводу онтологии природы человека. И это не должно нас удивлять,
потому что авторы как Ветхого Завета, так и Нового Завета не ставили перед собой цели написать философский трактат или даже богословский трактат, разбирающий онтологическое устройство природы человека. И те стихи Писания, которые на первый взгляд кажутся наиболее уместными, наиболее применимыми в этом обсуждении, мы уже показали, что они не так уж и много говорят и не раскрывают онтологических вопросов. Вот этот стих, что Павел пишет, что он «водворяется из тела, водворяется у Господа», этот стих не раскрывает нам онтологическое устройство природы человека. Здесь Павел говорит о том, что верующие, когда умрут, будут воскрешены в теле. Поэтому, какой бы позиции мы ни придерживались, я полагаю, мы должны признать, что есть один важный момент относительно природы человека, которому Писание учит, и он заключается в том, что мы способны строить взаимоотношения. Да, что-то мы можем утверждать по поводу онтологии человека, но не так уж и много. И в то же время мы не можем говорить о том, что Писание либо делает онтологические заявления, либо говорит о взаимоотношениях, но ни в коем случае ни то и ни другое. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Но вот давайте посмотрим еще несколько текстов Писания, потому что здесь мы сталкиваемся с похожей проблемой, проблемой толкования этих текстов. 1 Коринфянам, 2 глава, стих 14 и 15. Вы помните, как в начале изучения этой темы мы с вами разбирали слова и термины, которые к ней относятся, и мы упоминали слова «сукакос», «энтропос» и «пневматикос», «антропос». И мы с вами говорили о том, что это не онтологические термины, что эти слова используются не в онтологическом значении, а используются в этическом и нравственном значении. Павел пишет, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, или природный человек, сухикос антропос, не принимает того, что от Духа Божия». И посмотрите далее на 15 стих. «Пневматикос антропос судит о всем». И, несомненно, здесь речь идет о способности понимать или неспособности понимать духовную истину. И Павел пишет здесь о том, что если кто-то не является верующим, то он не обладает способностью понимать духовную истину. Если же человек является верующим, то он такую способность имеет, способность, данную ему Духом Святым. Это, конечно, не означает, что если мы верующие, то мы знаем Писание от корки до корки. Конечно, то, как долго и углубленно вы изучаете Писание, влияет на то, как хорошо вы его знаете. И также на это влияет то, пускаете ли вы Духа Святого, когда изучаете Писание, позволяете ли Духу Святому говорить к вам. И первое, что мы отмечаем здесь, что этот стих не говорит об онтологическом устройстве, он подчеркивает два разных духовных, нравственных состояния человека. Но есть и еще одна проблема. Трихотомист может сказать, «Хорошо, я соглашусь с вами, что речь идет о двух разных духовных состояниях человека». Но тем не менее, разве нет отличия между сухе и пнеума? Разве не две это разных духовных сущностей? Иначе это всего лишь повторение одного и того же. И ответ, класс, это нет. И нет потому, что аргументация, которую строят трихотомисты, путает имена существительные с прилагательными. Если бы Павел написал «сухе антропос»,
или можно было написать «антропос» в генитиве «душа человека», тогда бы это звучало так, или «дух человека», то вот тогда бы речь шла о разных сущностях, так? Но здесь перед нами не имена существительные, это прилагательные, а воды существительные. И мы с вами знаем, что когда имя существительное становится прилагательным, то значение слова может измениться. Вот вспомните, что вы проходили на курсе «Теология 1». И вот вспомните прилагательное «теонустас». Это слово составное, оно состоит из существительного и глагола. Но это прилагательное. И мы помним это предложение, все Писание «теонустас». Продукт Божьего дыхания. И вот следует ли мне рассматривать это прилагательное, как если бы это было имя существительное? Конечно, нет. Все получается совсем не так. И тот факт, что вот эти два слова «сюхакас» и «пневматикас» — это два разных прилагательных, этот факт важен, но этот факт совсем не означает, что здесь речь идет о двух разных нематериальных сущностях, потому что эти слова — имена прилагательные и указывают на две разных характеристики человеческого существа. И здесь речь совсем не идет о количестве сущностей, нематериальных сущностей в природе человека. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.